Плац Победы, почему так долго не получалось забить? Наверное, пока привыкали к полю, к спущенному мячу. Вот, и только во втором тайме мы нашли лазейку и ей воспользовались. Ну, известный факт, что Локомотиву проще играть, когда меньше соперников на поле, да, когда есть пространство. Вновь им воспользовались этим пространством. Ну, это удаление тоже нужно заслужить, поэтому, в принципе, удаление было по делу. Вот, вторая желтая карточка, вот, и поэтому мы, даже когда команда в десятером, надо тоже забить еще, попытаться. Это не так трудно, когда команда играет дома, хорошо обороняется, вот, но, к счастью, мы смогли забить. Принципиально было выйти из группы именно с первого места? Ну, конечно, хотелось бы выйти с первого места, да, но как таковой задачи не стояло. Задача была просто выйти из группы. Ну, вот. Но мы приложили максимум усилий для того, чтобы выйти с первого места. Твое появление сегодня стало приятным сюрпризом. Как себя чувствовал на поле? Ну, конечно, когда стабильно играешь, не пропускаешь игры, намного лучше себя чувствуешь. Поэтому сегодня было поначалу непросто, тем более и в первом тайме было намного тяжелее играть. Мы больше оборонялись, тяжело мяч контролировался у нас. Вот. Но во втором тайме стало полегче. Сегодня было более 800 болельщиков на трибунах, болельщиков Локомотива. Это еврокубковый рекорд. Ожидали такое число увидеть или тоже стало сюрпризом? Ну, если честно, показалось, что даже наших болельщиков больше было, чем болельщиков Злина. Поэтому это, конечно, приятно, когда ты играешь как будто дома. Вот. Особенно во второй тайм они нам очень сильно помогли, потому что мы атаковали в те ворота и заслуженно забили.